37-летняя певица отправилась в ресторан с диджеем Леонидом Руденко. Поклонники Ирины Дубцовой выразили надежду на возобновление романа. Исполнительница хита «Не целуешь» после съемок в новогодней программе Муз-ТВ решила провести вечер в компании 34-летнего музыканта. Дубцова и Руденко поужинали в столичном ресторане. Ирина поделилась совместным снимком с Леонидом. «Только ты мог уболтать меня попробовать лося». Как-то за разговорами, незаметненько так, обратилась певица к диджею. Пикантности этому придал тот факт, что молодые люди несколько лет встречались. Они вместе выходили в свет, ездили в отпуск. Артистам даже прогнозировали скорую свадьбу. Поклонники Ирины пришли в восторг от совместного фото с Леонидом. Они отметили, что пара прекрасно и гармонично выглядит на фоне друг друга. «Вы очень круто смотрелись вместе. Может, стоит попробовать еще раз отношения возобновить? Леонид, уболтайте уже девушку замуж, и все же чудесно вместе смотритесь. Будьте всегда рядом. Идите по творчеству, по жизни вместе. Счастья и радости, любви и согласия. Как хорошо, когда в нормальных отношениях с бывшими. Очень красивы», — написали фолловеры Дубцовой. Несколько подписчиков похвалили Руденко за изысканные гастрономические предпочтения. «Спасибо вам, Леонид, а то Ирина совсем худенькая стала. Лосятина очень вкусная. А еще попробуйте оленину с брусникой в сахаре. Шашлык из лося – супер блюдо, стоит попробовать. На вкус как говядина, молодец, Леонид». «Мясо лося очень полезное и вкусное», – отметили в комментариях. На звездной вечеринке Муз-ТВ появилась также тетя Топурия. Она выбрала причудливое мини-платье со шлейфом. Седокова произвела фурор своим дерзким и соблазнительным образом на этом же шоу.